Девочки, всем привет! Сегодня я сниму видео о том, как я храню свою декоративную косметику. В данный момент она у меня хранится на подоконнике, но это временный способ хранения, так как сейчас зима, и в принципе это место подходит, то есть солнышка такого яркого нету, косметика не испортится, не растает, но ближе к лету я буду искать новое место для хранения косметики. Ну и приступим. Здесь у меня стоит зеркало. С одной стороны увеличивающее, с другой стороны обычное. Тут просто так свечечки стоят белые. И вот такое вот, ну это мыльце, оно просто для красоты. На такую, на зимнюю тему. И пахнет оно очень вкусно. Далее, здесь у меня стоит такой вот стаканчик. Я его когда-то разрисовывала сама акриловыми красками, но это давно было. В нем у меня стоят различные карандаши, немного кистей. Вот. Но я не буду перечислять все продукты, просто покажу сам способ хранения. Вот так вот. Здесь у меня стоит такая урночка маленькая, мусорка серая, тоже у меня здесь все под один цвет серый, тоже я ее разрисовывала этими же красками, вот как этот стаканчик. Так, и под ней стоит палетка моя старая от Ruby Rose, по-моему, она уже очень давно у меня, еще со школы. Вот так, сейчас у меня здесь кое-что упало. Так, далее у меня стоит вот такой вот... А, вот здесь еще кисть стоит. Вот такая вот, которая выдвигается. Так, сейчас, секунду. Итак, вот такой комодик пластмассовый. Так, здесь упала помадка. Здесь наверху у меня стоит так, это зеркальце маленькое. Здесь ватные палочки лежат. Здесь стоят вот один пробник от Ивроше крема. Я им не пользуюсь. Гигиенические помады, бальзамы от Нейтроджина, Флормар и какая-то неизвестная фирма. Стоит также здесь база под макияж Вов. Еще одно мыльце лежит тоже для запаха, для аромата. Вот такое вот скрабирующее мыло. Пока я его не использовала. Это что такое? Все у меня падает сегодня. Так, и вот здесь стоит кисточка моя любимая, Кабуки Ева. Очень-очень мягкая кисть. Пользуюсь ей каждый день, поэтому она у меня стоит вот здесь вот на видном месте. Дальше в верхней полочке лежит все для лица, пудра, это тоже пудра, но я использую как хайлайтер, минеральная пудра, иллюминайзер, вот еще одна минеральная, Dream Matte Mousse от Maybelline. Так, и далее старая пудра от Color Trend, но я ее использую как бронзер, так как она очень темная. И там еще какая-то старая пудра, ее уже я не использую, она вся искрошилась. Я ее окончательно специально измельчила. Она там как рассыпчатая получилась. Так, далее у меня лежит для губ средство. Вот такой вот бальзам от Fleur двойной с кисточками. Далее лежат вот такой вот бальзам, он еще в коробочке у меня. Ярко-розовый, я его показывала в видео, это Вов косметика. Здесь три бальзама от Ивроше в стеклянных баночках. Это бальзам от NYX в виде пироженки. Это Ярия Ивроше. Вот сюда вот тоже положила блеск, так как он у меня не помещался в отделение с блесками Maybelline. Здесь у меня лежат помады. Я их не буду доставать. Это Fleur, по-моему. Это Lavelle. Да, это Maybelline. Ну и там дальше Kiki, еще какая-то помада.
Помадами я пользуюсь очень редко, поэтому убрала их вот так вот подальше. Так. И в нижнем, последнем отделении у меня лежат блески. Блесков у меня, конечно, больше всего. Очень много их тут. Уже они не помещаются, и поэтому нужно искать новое место для них. Вот там еще второй ряд. Вот так вот. Буду искать новое место для них. Вот это такой вот комодик. Здесь стоит у меня палетка на 88 теней, которую я заказывала с сайта Тени Дел. Вот. Тут у меня, так, давайте здесь вот покажу, это в такой баночке от духов зеленой стоят все мои туши, разная вот завивка для ресниц, вот так вот, не очень много тушей. Здесь стоит такая тетрадь большая, там всякие у меня фотографии из журналов, картинки с различными макияжами, в общем, все, что мне понравилось, прически. Здесь стоит коробочка. Это коробка кругленькая от Рафаэлло. Я ее вот так вот оформила. Положила внутрь розовую бумагу, в которой у меня была посылка от Mineral Beauty, по-моему. Вот. Сюда я положила свои украшения из полимерной глины, которые нельзя куда-то далеко засовывать, потому что они сломаются. Их нужно хранить вот так вот, аккуратно, в открытом виде. Вот это я сама лепила. Такое видео, не знаю, какой-то птички. Это шпилька. Култышку в такую растрепанную, очень красиво она смотрится. А, и тут всякие тоже цветочки, резиночки, заколочки. Вот. Тут еще мешочки с сережками лежат. Вот. И еще я тоже из Yves Rocher достала бумагу из посылки белую. И вот так вот завернула коробочку и обмотала фиолетовой ленточкой. Вот она здесь стоит. А это вот моя коробочка. Коробка эта из-под обуви. Я ее обклеила тканью. Это бывшая рубашка моего мужа. Он ее уже не носит, она ему мала стала. И я вот оформила ей коробку. Вот она у меня открывается тут. Ой. Крышечка у меня тут сделана на шурупах. Вот так вот она открывается. Здесь тоже все обклеено. Вот внутри красненькой бумагой. Одно оранжевое. Здесь вот так вот все устроено. Три корзиночки такие. В этой корзиночке у меня находится все для глаз. Ну, здесь тени. Вен Сабо, Бель, Живанши. Старые уже там все поцарапалась. Так, это Мерлин. Тут база под тени. Вивьен Сабо минеральная тоже тени. Это очень старые тени еще со школы. Братс покупала когда-то давно. Это Мерлин тени. Здесь двушки. Коричневая, фиолетовая, черно-белая и зеленые, в зеленых тонах. Здесь однушки от Вов, две коричневые разных оттенков и белые с розовой. И вот это мне дали на пробу, тоже с Mineral Beauty. Такой вот пигмент. Что-то с фокусировкой. Ладно. Так, здесь какие-то стразы для лица. Здесь палетка Dior теней. Мне она не нравится, очень шиммерная. Здесь чехол от кистей, который я заказывала с Tiny Deal. Тут стоят пробнички, несколько пробников. Вот туда их засунула подальше, потому что редко ими пользуюсь. Так, дальше здесь стоит от Yves Rocher палетка. Там блеск и тени, и румяна. Так, это у меня палетка Sleek. В коричневых тонах она, не знаю, блин, наверное, не показать мне вам, но очень сложно открывается. А во второй корзинке здесь лежат вот такие вот спонжики для тональных средств нанесения. Это моя старая завивка, вот такая пластмассовая для ресниц. Так,
Здесь лежит консилер, это от Yves Rocher, это консилер Вов, BB консилер, это подводка жидкая от Golden Rose, очень хорошая, мне понравилась. Это подводка такая темно-синяя с шиммером от Вов. И вот это такая тушь, мини-формат, золотая от Yves Rocher, просто блески. И последняя корзиночка. Здесь у меня, два тональных средства. Это от Yves Rocher. Они темноватые для меня. От Yves Rocher база под макияж. Так, это румяна Sleek. Vivienne Sabot пудра. Меланж. Это пудра в шариках. 21 оттенок. Дальше стоит вот такой вот тональный крем суперустойчивый балет. Специально взяла беленький оттенок такой, очень белый, чтобы использовать его в качестве консилера. Сегодня вот использую в макияже. Это тональный крем от Вов. Вот такой вот он очень плотный, я его редко использую. Здесь от Dior. Это румяна. Розовенькие. Так, тут еще пробничек тонального средства. Вот такая вот коробочка. Вроде бы все я вам здесь показала, ничего не забыла. Так, закрою ее и поставим коробочку обратно. Вот так примерно на данный момент хранится моя косметика. Как я уже сказала, буду искать новое место для косметики, так как уже не хватает места. И не совсем это удобно, конечно. Хотелось бы иметь свой туалетный столик, но пока не имеет смысла покупать туалетный столик, так как скоро я буду переезжать в другую квартиру. И вот тогда уже буду покупать себе туалетный столик. Так выглядит мое место, где я крашусь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!